Всем привет! Сегодня мое видео будет о пересадке прекрасного сингониума сорт Neon Pink. Этот сингониум я приобрела на выставке в ноябре. Я не смогла устоять перед его красотой. Посадила его во временный стаканчик, чтобы проверять состояние корневой системы. Этот сингониум у меня первый и единственный. Поэтому я не знала, как за ним особенно ухаживать, и посадила его в прозрачный стакан, чтобы контролировать полив, развитие корневой системы и его рост. Сингониум у меня уже выпустил 3 листа, активно развивается и растет. Сегодня я решила его пересадить, так как у него уже вот так вылезают корни. Это неправильно. Сажать я его буду в емкость побольше. Это такой пластиковый горшочек. Немного большего диаметра, примерно с палец. Больше немножечко на палец, чем прошлый горшочек. Вниз я положу дренаж. Дренаж у меня будет вот такой вот пенопласт, совсем немного. Грунт. Грунт я буду использовать составленный из грунт универсальный, который я покупала в Леруа Мерлен. Добавлю немного древесного угля и немного агроперлита. Я заранее подготовила грунт, так как снимаю с телефона, мне будет неудобно составлять его на камеру. Вот примерное соотношение. Смотрите, здесь универсальный грунт, вот так вот уголь вот такими кусочками. И немного агроперлита для влагоемкости. Так как стаканчик полностью пронизан корнем, я его буду аккуратно разрезать. Для этого мне понадобятся ножницы. Попробую его вытащить. Нет, он не вытаскивается. К сожалению, придется стакан разрезать. Я разрезала стакан прозрачный, в котором рос сингониум Neon Pink. Что мы видим? Корни полностью оплели земляной ком. То есть ему требуется пересадка. Сейчас буду сажать. Одно горшка выкладываю дренажный слой. Дренажный слой у нас пенопласт. Так, я выложила пенопласт. Старый пенопласт я не буду удалять, вот так вот отряхну. Что приросло к корням, я не буду, чтобы не травмировать корневую систему. Насыпаю грунт. Раза насыпаю. И устанавливаю растение. Растение держу вертикально и продолжаю засыпать грунт.
Я пересадила сингониум Neon Pink, постаралась максимально заглубить его воздушные корни. После полива земля просядет. Если надо будет, я немного еще подсыплю грунт. Повторюсь, грунт использовала универсальный с добавлением древесного угля и немного агроперлита. Полив буду производить через сутки-двое, так как после пересадки существует вероятность микроповреждения корней, которые при соприкосновении с водой могут загнить. А я не хочу этого. Сингониум Neon Pink я сегодня вечером обработаю эпином по листу. И будем следить, как он будет расти и радовать нас. Очень симпатичное растение. Всем пока!